Подружился Алдар-Косе с хитрым чертом. Когда от голода был траур, дни в черном. Не спорить, кто кого круче обманет, кто кого хитрее стопроцентно обставит. Ты чего боишься? Спросил черт у Алдара. Тот ответил: боюсь курта козы масла. Черт в свою очередь назвал: чего боится сам? Боялся кузнечного горна. Как увидит, так цепенеет в хлам. Давай, кто кого перепоет песнями в караоке, у кого длиннее выиграет, проиграешь, опит. Пусть один поет, а другой на шее везет его. Черт согласился, прыгал дар на черта и ого, запел. Ой-о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 й. Черт возил-возил его, все плечи стер. Алдар-Косе направил его прямо к кузнице. Въехали в нее, будь черт. Ты в своей узнице. Увидел черт кузнечный горн, испугался добежать. А черти вздумали отомстить Алдару-Косе, вздумали его напугать. Тот от них спрятался в карагайник, раз черти решили уморить. Кидают в него курт, козы и масло. Погибай, злыдню злая смерть. Набросали кучу еды. Ему кучу еды в карагайник. Думали черти, что он от этого погибнет теперь. Убежали. Алдар собрал козы, курт, масло и домой.